На конкурс дети читают стихи. Руслан Савин, 10 лет, город Москва. Роберт Рождественский, концерт. Срок трудный год, омский госпиталь. Коридоры сухие и маркие, шепчет старая нянечка. Господи, да чего же артисты маленькие? Мы шагаем палатами длинными и почти растворяемся в них. С балалайками, с мандолинами и большими пачками книг. Что в программе? В программе чтения, пары песен, военных, правильных. Мы в палату тяжело раненых ходим с трепетом и почтением. Двое здесь, майор артиллерии с ампутированной ногой, в сумасшедшем бою под Ельней, на себя принявший огонь. На пришельцев глядит он весело, и другой, добровей забинтован. Капитан, таранивший мессера 3 недели назад под Ростовом. Мы вошли, мы стоим в молчании. Вдруг срывающийся фальцетом абрикосов Гришка отчаянно объявляет начало концерта, а за ним не вполне совершенно, но в стил забивали, внимая. А народный поем освященный, так как мы ее понимаем. В ней Чапаев сражается заново, красозвездные мчатся танки. В ней наши шагают в атаке, а фашисты падают замертво. В ней чужое железо плавится, в ней и смерть отступать должна. Если честно признаться, нравится нам такая война. Мы поем, только голос летчика раздается, а в нем укор. Погодите, постойте, хлопчики, погодите. Умер майор. Балалайка сплеснула горестно, торопливо, будто в бреду. Вот и все о концерте в госпитале в том году.